В ближайшее время КНДР может провести очередное ядерное испытание. Такое предположение высказали американские эксперты после изучения спутниковых снимков. Сообщается, что на них зафиксирован высокий уровень активности на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери. Напомню, с начала года Пхеньян провел серию ядерных и ракетных испытаний. В ответ на это Совет Безопасности ООН ввел против страны и ее руководства жесткие санкции.